Усилитель стерео Akai, модель, то есть название AM32. Усилитель на огромных транзисторах. Транзисторный звук, звучание. Значит, здесь две пары акустики, АБ, выход на телефоны, наушники. При выключении АБ отключается динамика, идет звук сюда. Но он также идет сюда, и когда включена акустика. Значит, сопротивление акустики от 4 до 16 Ом. К акустике он не капризен. Аппарат мощный, так что можно вообще не задумываться, какую цеплять, к нему акустику потянет он все. Есть бас требл, тимброблоки, значит, баланс, как положено, сабсоник фильтр, биение динамика в паузе на акустике, Source Direct отключение тимброблока, тейп-монитор, это как бы вот она, это обход, грубо говоря, внутренняя коммутация на запись с источников на кассетную деку или магнитофон катушечный. Значит, входы CD, фона. Фона представлена двумя головочками. Вот они, пожалуйста, картридж MM, MC. При нажатии будет у нас работать MC, при отжатии MM. Значит, тюнер, AUX и еще есть тейп. Тейп, ну, в общем, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть входов. Громкость. Вот сзади там. Вот так вот все выглядит. Можно подсоединить какой-то тут, я так понял, вот тут не было перемычки, я пока поставил, но поставлю перемычки, кому надо. Иначе он просто, тимброблок у него не работал. Производство, значит, у него Made in Japan. Вот они такие закруточки, можно бананчики подсоединить. Вот его серийный номер. Вот, начинаем. Потом на фото я покажу. Тут невозможно посмотреть, где там транзисторы. Они снутри стоят красивенько. Значит, включаем. Слушаем задержку релюшечки. О, все отработало. Можно включать музон. Вот, пока на сорсе. Вот он сорс. Обход тимброблок. То есть можно крутить. Он отключен. Да, еще вот забыл про эту кнопку сказать. Приглушение, наверное, децибел на 15-20. Алло, у нас понижение низких частот. На низкой частоте, да. Ой, на низкой громкости. С тимброблоком будем слышать. Горят, все входы работают.